никто другой за нас эту работу не сделает. Спасибо вам огромное, что вы собрались и пришли сегодня в этот зал. Я от всей души поздравляю вас с наступающим праздником, Днем Победы. Желаю вам всем здоровья, счастья и успехов. Спасибо вам. Спасибо. Я всех приглашаю в Георгиевский зал. Спасибо. Спасибо. Второй этап состоялся, мы не подвели.